Ой! Томас Аринг. Доброе утро, Дженни. Доброе утро, Мати. Ларри. Привет, старина. Как жизнь? Ой. Это вы? Да. А можно попросить автограф? Куда? Сюда. Сюда? Пойдем, Дженни. Мати Уйбо. Доброе утро. Так рано с работы? Доброе утро. Как дела? Спасибо, хорошо. Я еду домой отпуск. Какой сувенир тебе привезти? Крокодил. Привезел.
Здравствуйте. Да. Да, да, туда. Привет. Это я не тебе. Так. И что врач сказал? Что? Ай-яй-яй. Когда наконец закончится эта дискриминация? Погоди-ка. У меня урезали половину защиты окружающей среды, а рок-фестиваль сократили до одной колонки. А где моя рецензия премьеры? Скоро уже сотый спектакль. Постановщик звонит каждый день. Что мне ему сказать? А ты знаешь, что у меня стол завален ответами кроссворда, опубликованного весной? За полтора месяца любой дурак разгадает любую головоломку, это я по себе знаю. Надо поговорить с главным редактором. Да, да, все время. И продолжает накапливаться. И почему не предоставили? Но это просто невыносимо. Совершенно невыносимо. Доброе утро, мадам. Доброе утро. Товарищ Салум, вы опоздали на полторы минуты. Делаю вам устное замечание. Подойдите. Что у вас на сегодня? В 12 автоклуб. В 3 часа зоопарк. В 6 сдаю вам материалы, фотографии, вот и все. Тиночка, у Сильвера жена заболела. Будь добра, поезжай в филармонию и встреться там с Томасом Марингом. Через пару дней он уезжает в турне. А личная жизнь? Я имею право на личную жизнь или нет? И чтобы в 9 часов материал был у меня на столе. А что касается личной жизни, то ее надо совмещать с работой. Например, я в свое время совместил женитьбу с кражей квартиры. Как это? Как? Моя будущая жена была свидетельницей. А кем вы были? А я был молодым репортером судебной хроники. И, кстати, очень добросовестным. Очень добросовестным. Прошу вас. Вот телефон. Позвоните по этому номеру и договоритесь с администратором ансамбля Аринга. Пожалуйста. Ну что, счастливо? Пока, мати. Будем привозить крокодил-сувенир. Распишись здесь. Невилл! Пап! Зарплату хочешь получить? Сколько дают? Как всегда, не густо. Смотри-ка, дорогой Томас тоже прибыл. Я побежал. Распишись в ведомости. Парни, завтра в это же время репетиция. И чтобы никто не опаздывал. Ладно, ладно. С чего начнем? Так, давайте сразу с новой песни. Thank you.
Тогда сними ты эти чертовы наушники. Что? Сними наушники. Мы уже давно играем. Он же не слышит. Будем репетировать или лясы точить? Фонит, все фонит. Нужно настроить. Все настроено. Это у тебя в левом ухе фонит. А, правое ухо не настроено. Можно попросить тишину? А ведь и правда фонит. Поехали сначала. В прошлом сезоне мы подготовили 8 спортсменов первого разряда и 8 мастеров спорта. Правда, один пропал. Женился. Ну, как-то так. Об этом не пишите. Конечно, все учатся. Кто в институте, кто где. Все работают. А что вы как тренер думаете о... С этим у нас строго. Чуть что, сразу исключаем из клуба. Даже пиво нельзя. Ну, пиво иногда, конечно, можно, но в меру. Кто из вашего клуба участвует в предстоящем ралли? Ну... А вот и он, наш гонщик Ас. Ну и артист. Он и будет участвовать. Мати! Ну, что случилось? Насос опять полетел. Артист. Вечером останешься. Парни, никто не уйдет, пока машина не будет в порядке. И заканчивайте уже с этой самодеятельностью. Я не могу, у меня концерт вечером. Опять? Нет. Что это еще за фотообвинение? У нас в гостях корреспондент. Возьмет у тебя интервью перед гонкой. Здравствуйте, извините, я хотела... Извините, но у меня нет времени. Может, позже пару слов. Так, парни... К утру, чтобы машина была готова. Я правильно поняла, что у него сегодня концерт? Он поет? Да, он поет, танцует и бьет в барабан. Мы же натягиваем спецовки и залезаем под машину. Вот не знала, что Томас Аренков-то гонщик. Что? Он и сам этого не знает. Поначалу он от нас скрывал. А потом началось. Радио, телевидение, кино, газеты, варьете, кабаре. Томас Аринг здесь, Томас Аринг там. Но тренер назвал другое имя. Конечно. Да-да. Мати Уйбо. Да.
Это его спортивный псевдоним. Но для нас он просто артист. Артист? Но хороший артист. Это уже кое-что. Спасибо. Черт, кажется, перестарался. Телевидение. Радио. Варьете. Непременно в завтрашний номер, шеф, я очень прошу. Это же сенсация. Сейчас не могу. Отнесу пленку в лабораторию, а потом в зоопарк. В 9 буду в редакции, тогда и поговорим. Обязательно в завтрашний выпуск, дорогой шеф. Да-да, смотрите, чтобы все было в порядке. А, это вы. Тина Салом. Да. Здравствуйте. Это я договорился с вами по телефону. Могу я сейчас поговорить с Томасом Арингом? Сейчас он готовится к концерту. Ну ладно, давайте посмотрим. Извини, Томас, тут из газеты пришли. Можно тебя побеспокоить? Тина Салум. Томас. Аринг. Скажите, пожалуйста, Томас, ведь я могу вас так называть. Что вам нравится больше, петь или водить автомобиль? Петь. Это моя работа. А автомобиль... Ясно, ясно, я вас видела. Жигули, если не ошибаюсь. Да. Мне нравится ездить. Это скорость, удобство, инспекция. А почему вы скрываете это? Что скрываю? Я не понимаю. Значит, я могу об этом написать? Пожалуйста, если кому-то интересно. За исключением инспекции, конечно. Прошу прощения, Томасу пора на сцену. Да, я уже закончила. Остальное я увижу и услышу в зале. Как это все? Я думаю, после концерта можно бы... У нее муж в зале. Зачем вы меня замуж выдали? Извините, товарищ Салом, но не стоит отвлекать его перед концертом. Так что... Нет, Я потом все улажу, хорошо? Желаю вам приятных впечатлений. We'll be right back.
твой час за смех и за слезы, за радость и боль, за то, что все время ты помнишь о нас, за то, что тревожишь. Спасибо, любовь. За этот рассвет голубой, за счастье свиданий, за горечь разлук, за лучшие в жизни. Спасибо, любовь, за лучшие в жизни. Спасибо, любовь, любовь, любовь. За снег и спасибо за дождь, за гордость, за нежность, за искренность слов. И если ты даже однажды уйдешь за то, что была ты, спасибо, любовь. Шуберт, трио, ре мажор. Когда их трое, две дамы и он, дилемму мужчина редко видит в том. Ведь при везении выход найдется. И потому мужчина не забивает голову тем, которую выбрать, которую нет. В том для мужчины проблемы нет. Selgub see, et ta eelistab teist.
Дорогой шеф, это же сенсация. Мати Уйбо и Томас Аринг — это один человек. Вы пришли на работу на 9 минут раньше. Кто такой Уйбо? Сейчас объясню. Смотрите, вот это Мати Уйбо, фантом. На самом деле его нет. Мати Уйбо — это спортивный псевдоним Томаса Аринга. Так вы утверждаете, что Томас Аринг — автогонщик? Вот именно. Недавно стал мастером спорта. Я бы не сказал, что эта новость сенсационная. Но внимание, безусловно, заслуживает. Ведь с одной стороны, он популярный певец. А с другой, мужественный спортсмен, а значит, личность. А у нас как раз идет кампания. Мы должны в массе людей отыскать личность. В этом смысле материал подходящий. Да, подходящий. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня кто на твоей? Что-нибудь случилось? Hello, всем привет! И где же наш мастер спорта? Опять опаздывает на тренировку? Ты тоже уже слышал. Мне утром уже звонили из филармонии. Директор. Лично. Почему тебе, а не Томасу? Почему, почему? Потому что у Томаса по утрам телефон отключен. Милая история. Будем искать нового солиста? Я сказал директору, что это ошибка. Здравствуй, лже-Дмитрий. Физкульт, привет. Здравствуй, мать Уйбо. Ты случайно не видел Тома Аринга? Машина готова к гонкам? Кажется, ты ничего не знаешь. Что? Вот, почитай, что эта красавица тебе написала. Да, кстати, ты не обижайся, я вчера неудачно пошутил. Она не замужем. Ей моя шутка совсем не понравилась. И вообще, кажется, ты ей симпатичен. Это же хорошая история. Пресса — это реклама. В следующий раз попрошу написать, что я космонавт. И тогда полетим на Луну. Ну все, хватит. Поговорим о работе. Сегодня вечером у нас на стадионе ралли-концерт. Народу будет навалом. Сам мастер спорта будет выступать. Произошла ужасная ошибка. Вы должны опубликовать опровержение. Так, такие опровержения? Естественно. Вот как. И почему я должен вам верить? Так каждый может прийти и сказать, что он Мати Уйбо. А по-вашему, каждый может писать в газете, что я не Мати Уйбо? У нас все подтверждено фактически. Теперь вы подтвердите документально. У вас паспорт есть? Конечно. Извините. Дома забыл.
Артист. Представьте, я ему почти поверил. Дирекция филармонии опровергла нашу информацию. Да прекратите же. Пожалуйста, подойдите. Прошу вас, Тина, идите сюда. Что вы все время хнычете? Что вы хнычете? Вместо того, чтобы сцены закатывать, ехали бы лучше на стадион. Интересно, он один или их двое? Здравствуйте. Ну, здрасте. Где Матти? Едет? Какой еще Матти? Вы же сами написали, что никакого автогонщика Матти не существует. Большое вам спасибо за эту глубокую философическую информацию в газете накануне гонки. Уважаемые зрители, как мы можем судить по костюмам, Тома Саринг знает толк в автогонках. Он приветствует участников ралли песней «Хватит ждать». Да. Чем ты там занимаешься? Отдыхаю, как было велено. Слушай, эта журналистка крутится вокруг меня. Спрашивает о тебе. Да? Я сейчас приеду. До старта из дома ни шагу. Точка. Отдыхай. Артист. Если манит вновь дорога за собой, захлопни дверь, вот и все. Ведь домашнего порога нет другого, в целом мире все равно. Льется в сердце тревога, чтобы больше увидеть и узнать. На всех путях, дорогах интересного так много, хватит ждать. Хватит ждать, распахни же в жизнь ворота, хватит ждать. Проглядеть так можно все и проспать. Выигрыш явный, ты поспеши, не жди. Хватит ждать. Никто и не судя тебе, когда ты в путь отправишься пешком. Будешь мчаться ты по рельсам или ветры рассекая за рулем. Дорога неожиданность, не дай лишь и скорость и азарт. Лишь дорожную смахнешь ты пыль, как сердце просит снова дайте старт. Хватит ждать, распахни же в жизнь ворота, хватит ждать. Проглядеть так можно все и проспать. Выигрыш явный, ты поспеши, не жди. Хватит ждать, распахни же в жизнь ворота, хватит ждать. Проглядеть так можно все и проспать. Выигрыш явный, ты поспеши, не жди. Хватит ждать, хватит ждать, хватит ждать. Ну ты посмотри, где он. Я ему покажу жалобы и паспорт. Ты маршрут автогонки знаешь? Не знаешь. Таллин, Киев, Симферополь. А где у Тома Саринга концерты? В Крыму.
Когда завершается ралли? 15-го. А когда концерты? 17-го. Как тебе это нравится? Это начинает мне нравиться. На, держи. Что это? Командировка. Тебя назначили нашим спецкором автогонок. До самого финиша. Вот так. Прекрати. Телевидение транслирует. Жена смотрит. Перестань. Смотрите, ребята, наш собственный корреспондент прибыл. Гляньте, кто пришел. Здравствуйте, товарищ Салом. Здравствуйте. Куда едете? Туда же, куда и вы. У нас впереди долгий путь. Мы едем в Крым. Я тоже. На такси? Красиво жить не запретишь. Томас, конечно же, с вами не едет. Он ждет. Сыть. Он же у нас крутой гонщик. Ну все, хватит. Как не едет? Он присоединится к нам в Пяскло. Ему нужно было отогнать машину в гараж к другу. У нас долгая дорога. Вернее, выгнать машину из гаража. Разве у него нет других дел? А как закончилась история с той несчастной статьей? Смотри, машина приехала. У меня есть еще одна машина. До свидания. До свидания. Привет. По машинам, парни. Пора. Давайте, заканчивайте. Здравствуйте, Матти. Корреспондент. Я тоже еду с вами. В составе пресс-группы до самого финиша. Матти, в машину. Товарищ корреспондент, они опаздывают к старту. Желаю удачи. Можете иногда называть меня Томасом. Ну, пошли, пошли. Да хватит уже! Поехали! Thank you.
Мати уже на четвертом месте. У него появился шанс. Неплохо, неплохо. Из вас может выйти толк. Смотри, человек! Откройте! Откройте! Вы не ушиблись? На помощь! На помощь! Помогите! Ну все, откатались. И что теперь? Ремонт нужен. 2 километра назад был указатель на автобазу. Я думал, что как-нибудь дотянем. Сколько времени это займет? До конца квартала. Ладно, сделаем так. Мы пойдем пешком на автобазу. И ты с нами. Тебе никто не сможет отказать. А нам что делать? Отдыхайте. Скорее, скорее. Где он? Здесь. Я вам говорю, никого нет. Обед. Когда у вас кончается обед? Когда придут, так и кончится. Слушай-ка, Патя, это ведь артисты. А хоть бы Хабахес, все равно обед. Да? Да-да-да, понял. Так точно, товарищ генерал! Сторож, ко мне! Явился по вашему приказанию. Никакие мы не артисты, понятно? Приказ слушали по наушникам? Так точно, товарищ... Полковник. Так точно, товарищ полковник! Где личный состав автобазы принимает пищу? В кольцме, товарищ полковник! Товарищ сержант, принимайте пост. Отдать оружие! Так точно! Где корчма? За мной! Так точно. Ну и где же Томас? Здесь. На этом месте, и помятая машина тоже. Его не может здесь быть. Он поехал в другую сторону. Почему вы все время водите меня за нос? Он был именно на этом месте, без сознания. Полежал немного и ушел. Загорал, тепло же. Смотрите, фотоаппарат. Спасибо, Тина, все в порядке. Томас. Шутник.
Это в его духе. Ну, что я говорила? Здравствуйте. Ой, Томас Аринг. Понимаете, у нас автобус сломался. Понятно. Будет сделано. Товарищ тренер. Что такое? Как у мати дела? Что? Как у мати дела? Шестое место. Сделал аварию. С парнями все в порядке. Поехали дальше. Мы передавали концерт по вашим заявкам. А теперь новости спорта. Парни, идите сюда. Сюда, сюда. Песня дедушки. Как ты себя чувствуешь? А в чем дело? Тина просила передать привет. Какая Тина? Корреспондент. А где она? Поехала дальше. Поехала дальше. Это песня о моем дедушке. Thank you.
Здесь чистота, окурки не бросать. Проходи быстрее. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Да, с Мати все в порядке. Они снова четвертые. Прекрасно. А когда у них ужин? Был полчаса назад. У нас строгий режим. Я только что запер их в номере. Так что, сожалею, но вам придется найти другую компанию. Извините. Всего хорошего. Простите, в каком номере живет Тина Салум? Тина Салум? Минуточку. Посмотрим. Двести второй. Пожалуйста. Алло, Тина. Алло, Тина? Это я, Томас Аринг. Томас? Но как ваше здоровье? Почему сегодня все спрашивают про мое здоровье? Можно пригласить вас на ужин? Да, но как вы выберетесь из своего номера? Ладно, я зайду за вами через полчаса. Прыгай! Подержи еще немножко. Все. Порядок. Ой, как вам удалось удрать? Ой, извините, я сейчас. А, ты тоже на втором этаже? На каком втором? Ну, на втором. Заходите, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. И что за карнавал ты здесь устроил? В чем дело? Я спрашиваю, что за карнавал ты здесь устроил? Какой карнавал? А ну быстро в свой номер! В какой номер? Я говорю, марш в свой номер! Вы спятили? Будешь мне тут припираться! А ведь могло произойти ужасное несчастье. Знаете, вы можете хоть каждый день выбегать на дорогу. Тогда будет повод чаще встречаться. А вы чего смеетесь? Откуда у тебя этот костюм? Костюм? Я спрашиваю, как мне отсюда выбраться? Я закачу такой скандал. Мати, смотри, чтобы завтра был в форме. Вы ни в чем не виноваты. Вы всегда можете на меня положиться, потому что... И что здесь происходит? Когда ты успел переодеться? Чего? Не мешай. Тина, я хочу тебе сказать... Да, что? Телефон. Мы увидимся. Я буду тебя ждать.
Это уже черт знает что! Пойдем-ка в мой номер. Поговорим немного. Немного. Вот так. Сюда. Смелее. И будешь спать в моей постели, старик Хаттабыч. Я уже подумал, что сегодняшний вечер придется провести в одиночестве. Как вам удалось так быстро переодеться? Не понимаю, почему сегодня все это спрашивают. Только этого не хватало. Я не собирался петь. Жаль. Но для вас хоть до утра. Давай поиграем в любовь, такую простую земную. Я буду тебя ревновать, о верности буду мечтать. И запах вдыхая цветов, не буду смотреть на другую. В горах у тебя всегда все шло хорошо. Это твой последний шанс. Thank you.
Я тебе говорю, как две капли воды. Не веришь? Сейчас сам увидишь. Этот парень действительно похож на меня. Странно. Томас, ты идешь? Вы мать не видели? Думаю, мать следует искать уже в концертном зале. Ваше время вышло. Ха, корреспондент. Томас! На сцену! Пропала. Я не знаю, что делать. Это же два совершенно разных человека. Ну не плачьте, Тина. Конечно, их двое. Это было очень легко выяснить. Я позвонил в адресный стол, и мне дали два разных адреса. Я не хотел вас расстраивать. Но ваш репортаж был превосходный. Особенно фотографии аварии. Это просто блеск. Но я же люблю его. Которого из них? Я не знаю.
Простите, пожалуйста, в каком номере живет Тина Салом? Она расплатилась 2 часа назад, сказала, что улетает домой. А касса Аэрофлота где? Здесь рядом. Простите, Наталья, есть билеты? Девушка Наталья, делайте билетик, а? Но я только что вам сказала, что нет. Ну что за народ? Ему говоришь, а он все равно за свое. Да вы мне ничего не говорили. Это не важно, понимаете, девушка, мне надо билет на Таллин вот до сегодня и завтра обратно. Ну не знаю, не знаю. Езжайте в аэропорт, может быть, там что-то выйдет. Как прошла поездка? Кто же вы, наконец, Томас или Матти? Вы что, сами не видите? Конечно, Матти. Конечно, Матти. Он показал мне паспорт. Отпуска. Принес подарок. Какой подарок? Крокодил. Что? Ее зовут Чичи. Мне? Ой, извините. О, Тина. Почему Тина? Меня зовут Хелипал. Хочу попросить у вас прощения за то, что вас тогда перепутала с Томасом Арингом. Вы так похожи. Помните, вы тогда дали автограф? Это афиша ваша. Можно попросить автограф? Как вас зовут? Хелипал. И вы никогда не встречали Тину Салом? Нет. А почему вы спрашиваете? Просто так.
Зазвенели шиа.